Здравствуйте! Сегодня на этом занятии делаем совушку. Совушка у нас, это вот картиночка такая, взяла я ее с интернета. У совушки будет крылышко подвижное, бусы можно будет менять, головушка будет у нее вот так вот отходить, и можно будет одевать шляпки. Шляпки можно менять, будет несколько шляпок, которые можно снять и одеть. Вот тут такая вот идея. Ну, это такая девчачья страничка. Ну, начинаю делать. Переделала я немного выкройку. Вот сделала такую головушку. Глаза будут. Нижняя часть разными цветами. Такие вот грудки будут у нее. Здесь будет шляпа одеваться и крылышко. И крылышко. Ну вот как-то так. Пока так. А там буду смотреть по ходу, как оно будет получаться. Выкроила я все детальки. Сейчас я эти детальки перенесу на лист, чтобы потом можно было вам поделиться с вами выкройкой этой совушки. Вот, и теперь могу начинать сшивать. Вот такая вот будет шляпа одеваться. Голова будет отклоняться, чтобы можно было шапочку одевать. Сейчас сошью крылышко. Крылышко будет здесь, наверное, на кнопочку прикреплять буду. Или пришью его. Наверное, я пришью полностью. Оно будет только вот шевелиться. Так, все, переношу выкройку на листик и начинаю все сшивать. На верхнюю деталь я сразу пришила белую мордашку, носик, глазки и сделала реснички такие коричневые. Сами глазки, зрачки я сделала, выбила вот таким вот пробойником. Они получаются кругленькие, ровненькие, ножничками так очень тяжело вырезать. Сейчас вырежу с дублерина. Немножко нужно укрепить эту деталь, потому как шляпу будем одевать, чтобы она не была мягкой. Хоть и в два слоя, хоть и глазки здесь, и все нашито, все равно деталь будет мягкой. Сейчас я эту сторону проглажу утюгом. Приклеила я дублерин к нашей заготовке. Теперь можно пришить. Теперь пришью вот сюда. Пришью вот только по головке. Саму вот эту вот нижнюю часть, этот уже тельце, где начинается, я уже буду пришивать к самой страничке, чтобы головка только отворачивалась. Так. И проклеила дублерином уже крылышко. У меня уже пришито вот пузико нижнее. Начинаю собирать картинку. Вот все вот так вот сложила крылышко, уже подставила крылышко, прошила его, обрезала зубчиками. Вот так оно будет подходить к этому крылышку. Здесь я тоже обрезала зубчиками. Вот, кругленькими ножницами. И теперь буду пришивать эти
разноцветные перышки. Нужно аккуратненько разложить, посмотреть, чтобы оно все было ровненько. Здесь немножко подрежу. Когда будет пришито, буду пришивать вот от начала головки. Вот так вот. И здесь головка у нас будет отгибаться. Потом уже прикреплю крылышко. Сейчас пришью вот эти вот ярусы. Верхняя часть у меня обрезана вот немножко ниже, чем сама выкройка. Обрезала, ну, нам чисто нужно, чтобы оно пряталось и не видно было вот этого краешка. И чтобы вот здесь вот не очень толсто было. Так что с этой стороны оно немного короче. Теперь нужно прикрепить крылышко. Крылышко где-то. Сейчас поставлю кнопочку на само крылышко. Вот ожерелье ее. Здесь я пришила, на две бусинки пришила мягкую часть от липучки, а на совушку пришила вот два кружочка колючей части от липучки. И теперь можно одевать ей бусинки. И можно менять наряд по цвету. Сейчас еще сошью зеленый набор, шляпу и бусинки, и голубой шляпу и бусинки. И будут таких три набора у нее. Ну и будет страничка для изучения цвета. Подобрать под желтую шапочку желтые бусинки. Вот такая вот страничка получилась. Крылышко снимается, бусинки снимаются и шляпа. Готова страничка уже с совушкой. На этой страничке мы изучаем цвета. Вот совушки можно менять, шапочки, можно менять бусики. Крылышко подвижное. Вот такая вот страничка у меня получилась. Вот. Можно одеть желтую шапочку, желтые бусы. Вот такая страничка. Спасибо всем за внимание. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Удачи всем. До свидания. До новых встреч.